Всем привет, меня зовут Катя, и давно не было видеопроцессов, и я сейчас показываю, как я рисую мандалу на iPad в программе Procreate. И я решила сделать серию мандал цветочных таких, где вот по центру, как вы видите, я рисую орхидею, и дальше тоже будут цветочки так вот расходиться, много-много их будет, и... В общем, все это должно красиво получиться. Мне, опять же, хочется делать это в формате раскрасок. Опять же, как я и говорила, мне очень нравится вот брать какую-то технику, что-то изучать и дальше трансформировать это под себя, смотреть, как в процессе еще изучения, опять же, этих мандал, я вот нахожу что-то свое, вот как я могу применить определенные какие-то стили, какие-то техники именно в своем контенте, в своих картинках. И я поняла, что вот эти вот какие-то узоры ботанические очень-очень мне подходят. И главное, на выходе получается очень классная картинка. Я хочу сделать прям серию таких работ, но, если честно, встала в ступор, потому что как-то не могу выбрать цветочки. Вот здесь у меня орхидеи, а потом я уже одну сделала с какими же там цветами, ну, что-то типа маков таких, ну, они такие более ненавязчивые, непонятные, и вот сейчас буду смотреть и что-то еще искать, потому что в процессе поняла, что очень, во-первых, нравится рисовать это дело, и главное, очень красиво получается. Загрузила уже их на стоки, но пока тишина, и они не продавались еще. Но, не знаю, мне кажется, они и не продадутся так вот прям быстро, потому что на превьюшке они выглядят очень маленькими. Так как картинка большая, она выглядит очень блекло, плюс она только контурная и не презентабельна для того, чтобы вот ее сразу заметили и купили. Но это на самом деле для меня не так важно, потому что есть и другие картинки, и эти я хочу вот пустить потом на раскраски. Сделаю серию таких вот прям раскраски мандалы, и, может быть, я не буду мандалы называть, потому что это не совсем классические мандалы в их понимании. Пусть будут просто такие вот красивые узорчики. И вот я сейчас записываю аудио, озвучиваю видеопроцесс и смотрю, думаю, блин, как быстро, классно рисуется. Всю эту картинку я рисовала за 35 минут. Это на самом деле не быстро. Вот. Ну, конечно, не так долго, но действительно здесь такая ювелирная работа, потому что много линий, и я еще не совсем подружилась с пенсилом, Apple пенсилом, потому что кое-где захожу за линии, приходится периодически подчищать картинку. Плюс, как вы видите, я сначала в центре начинаю с основного цветка, и только на следующем слое я включаю осевые вот эти направляющие, по которым потом идет отображение и получается вот этот вот повторяющийся орнамент. И, следовательно, тоже потом надо будет еще подчищать. То есть, в общем, это действительно не быстро и заняло вот такое время, но это, правда, очень было тоже приятно, такая медитация. И, наверное, это тоже меня тормозит в рисовании этих картинок, потому что, ну, мне надо сделать там 13 штук, ладно, там вот просто 10, и по полчаса на каждую, это уже столько времени у меня займет, я, конечно, такая, ну, ладно, в принципе, если распилить, то будет нормально. Вот. Главное для начала найти цветы. Кстати, можете мне подсказать, из каких цветов вы бы хотели увидеть такие вот мандалы, потому что цветочки я пока не выбрала, я сделала еще с лилиями, да, у меня вот видите, три уже мандалы вроде есть, с лилиями сделала, очень красиво получилось, а вот еще какие цветы выбрать, чтобы они тоже были какими-то интересными, вот не просто какие-то маленькие полевые, полевые можно так для красоты тоже вставлять,
А хочется вот какой-то такой цветок, у которого много прожилок, который довольно-таки крупный, интересный по форме. Например, всеми любимые пионы, там просто много-много этих лепесточков, и мне не нравится их рисовать. Я люблю очень пионы, как они выглядят, но я люблю их писать маслом, потому что они как такие шары, их прям классно красить, где-то выделяя вот лепесточки. А когда вот это задротство уже включается, и ты рисуешь все, вот прорисовываешь все эти листочки, ну там скучно получается, мне не нравится. А вот, например, орхидеи или лилии, где крупные листья, и они так извиваются, такие изгибы у них интересные, вот это классно передавать. Поэтому подкидывайте, пожалуйста, идеи, что порисовать. А пока вот я тут подчищаю ненужное и дорисовываю потихонечку орхидею. Такая вот красота получилась. Очень мне нравится, как раскраска классно. И просто даже сделать какой-нибудь принт или напечатать на стене вот этот вот узор тоже будет очень здорово смотреться. В общем, спасибо, iPad, что создаешь красоту.